Всем привет, друзья мои, здравствуйте. Сегодня мы с вами будем путешествовать через Босфорский канал, точнее пролив. Мы находимся в огромном, громадном городе, который стоит одной ногой в Европе, второй в Азии. Этот город называется Истанбул. При этом я иду вот туда, точнее еду. Вот туда, видите вот эту башню? Она называется Галата. В честь нее названа самая известная футбольная команда Галатасарай. Причем я буду ехать через район под названием Бешикташ. То есть район, имеющий название другой самой известной футбольной команды. Мы находимся в Турции, город Стамбул, население более 20 миллионов. Сегодня будем переплывать, точнее переходить пролив Босфор, который соединяет Черное и Мраморное море. Ну, потом он переходит в... все правильно, Мраморное море. Так, на берегу которого я сейчас живу. Уже где-то неделю. Вот такие дела. Простите, что все опять приходится снимать вечером. Обещаю вам показать еще днем. Сегодня будет много интересного, друзья, оставайтесь на связи. Меня зовут Олег, профессиональный путешественник. Впереди много интересного. Не забываем колокольчик, поделиться с друзьями, лайк, подписаться и написать комментарий. Всем горячий стамбульский турецкий привет.